проводим на лапах. Так мы начинаем работу на маленьких лапах. Сейчас мы отрабатываем одиночный удар ногами. Боец должен быть по моей команде. Не стоять, не давать ему просто отдыхать. Все надо делать максимально приближая боевой ситуации. Еще раз на отходе, правда. Хорошо. Левый.
Левая голову. Оп. Двигайся. Руки не опускай. Боец. Правую голову. Оп. Хорошо. Идешь три на меня. Справа. Хорошо. Три от меня. С левой. Хорошо. И левая голову. Оп. Хорошо. Таким образом мы работаем целый раунд. 2-3 минуты. Дальше мы переходим в следующий раунд. Только прямые удары. Все прямые удары, кроме круговых. Маленький режим. Дальше. Уширно подлежит. Оп. 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 Йоп. Йоп, уширно. Работаем.
за тренировку, ну, до 10, отрабатывайте не спеша, чтобы вы четко понимали, что делаете, примерно по 8-10 повторений. Дальше мы переходим к бою на бою, ногами на мешке. Итак, заканчиваем работу на мешках, отработкой всех комбинаций. То есть, вольный бой, работа на мешке, только ноги. Так, поехали. Thank you.
Итак, вот это было две основные комбинации ухода от прямых ударов. Подобные удары можно уходить и от малашки, от кругового, и от дерга, от рукавого. В следующей серии связки мы покажем в этом полном контакте линии. И теперь мы переходим к следующей завершающей стадии тренировки — работа на скорость. Итак, следующая работа на скорость — это мы бьем удары друг перед другом в воздух, каждый удар по очереди, повторы где-то по 10 раз. Разбейтесь, кто из вас будет ведущим. В данном случае ведущий буду я. И надо, скажем, начинаем отрабатывать мать. Я вам даю ногу в воздух, только ставлю ногу, он сразу бьет. Только он ставит ногу, сразу я бью. И мы стараемся как можно быстрее выпустить ногу после постановки его ноги, ноги моего противника на пол. Да? Итак, попробуем. Работаем в своей стойке. Начинаем только с левой ножки. Внимание. Хорошо. То же самое. Все делаем в своей стойке. Далее. Внимание. Руки не опускаем. То же самое мы делаем на круговой, на малашку. Старайтесь бить, чтобы в конце была нога собрана. Не болталась, а была собрана, напряженный носок. Внимание, передняя нога. Дистанцию держите, чтобы вы не ударились ногами. Поехали. Хорошо. Сменили стойку. Лучше это делать с третьей ноги, тогда это будет быстро. Руки держим наверху, другая нога. Итак, дальше мы бьем то же самое, чуть-чуть разлись. Йога, пока мы даем бок, только сразу сразу бьем ногу. Все то же самое. Ногу выстреливаете до конца. Выпрямляйте ногу до конца и как можно быстрее. То же самое, значит, один-один. Внимание. Руки держим выше. Хорошо. То же самое. Удар по повороту шире. Я ударил, он ударил. Я ударил, он ударил. Возвращаться в стойку закрыто. Руки и разводить в сторону. Внимание. Не пиши. Хорошо. Последняя часть немножко напоминает чем-то тренировку карате, тренировку тэквондо. Здесь мы тренируем ноги, и в чем-то мы схожи. Единственное, что разница, что мы стараемся нанести. Все удары в полный контакт. Итак, мы все сделали, мы все повторили. И теперь мы переходим к самому завершению нашей тренировки, к концу. Итак, мы закончили нашу тренировку под названием «Ноги». Не забудьте учесть, что перед этим мы делали еще и размер. Первая часть нашей тренировки. И заканчиваем на обычные ноги. Это работа, загоним, подъем. Мы делаем ее обычно по 10-15 раз, несколько раз в тренировку. В конце работаем ног, чтобы полезно делать в начале и в конце. И можно сделать так же самое, только ногами, и сделали где-то 10 приседаний. То же самое, что мы делали перед началом нашей сегодняшней тренировки. Хорошо. Также это делается где-то 10 раз. За тренировку мы это делаем где-то раз 5-6. Концовку можете сделать по желанию. Так же закончить скакалкой, так же сделать расчет.